Приветствую, друзья, мои красавчики. Вот потихонечку приручаю тут несколько голубей. Давай, выходите на выход. Давай, давай. Что там, кто-то остался? Да. Ну. Сели. Приучаю потихонечку. Тут есть и порезанные. А этих загоним. Это порезанные. Сидят. А это взрослые. Вот этому голубю дал крыло. Еще тяжеловаты. На резках сидел, наверное. Год. Солнышко, а тут пищат. Небо хорошее. На крышу. Давай. На крышу. Вот, кто-то взлетел. Взлетели. Вон два молодых. Вот один, вот еще молодой. Из-под новых голубей вот эта вот парочка. И вот еще один. И на хвостик падает. Второй полет. Там некоторые еще сидят, молодые. Орел, что ли, атакует? Да. Орел. Или сапсан. Здесь сапсан. Вот он, подлец. Здесь вот сапсан. Голуби, понижай, подлец. Приперся опять. Вот пикирует, что ли. Молодежь выгнал. Здесь сапсан. Вот он. Сейчас кого-нибудь грохнет. Подлец, вот за голубями сейчас его веду. Промазал, тварюга, а? Промазал, а?
там молодые. Вот. Перья посыпались. Вот он упал, голубь. Упал. Вот он в деревья упал. Вот он, подлец, опять приперся. Сверху пикировал. Вот он опять пошел. Промазал, порвал, что ли. Ай, тварюга, а. Ай. Ай, редиска. Редиска. Не дает обгнать молодых. Вот один сидит, упал. Давай, 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 малыш. Вот он, этот взрослый. Один упал, что ли. Куда-то туда, четвертый. Редиска, редиска. Не дает голубям жизни. Друзья, там сейчас напишите еще что-то. Ну, это я для особых там диванных комментаторов. Приезжайте и погоняйте здесь. Там пишут, не избавляешься, еще что-то. Ну, приезжайте, погоняйте, попробуйте, избавьтесь от сокола. Попробуйте. Второго вот там вот зацепил, и этого зацепил. Вот он упал. Вот он носится. И вот что за полет будет у голубей? Что за полет у них будет? Давай. Давай, 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 падайте. Засели вот эти двое. Вот, посмотрите, совсем малыш, совсем. Это ты еще повидал, знаешь, что такое сапсан. И еще один вот там где-то ударил, упал. Сильно ранил, не знаю. Но на ноге еще номер кольца. Номер телефона есть мой. И вот сидит тоже малыш, посмотрите. Совсем малыш, совсем. Этот страх я тоже зацепил. И вот, вот эти вот комментаторам диванным отдельным персонажам там не избавляешься, пишут. Ну приезжайте, попробуйте, поживите здесь. Погоняйте голубей, посмотрим, сможете вы избавиться или не сможете. Каждый судит по своей территории. Вот так вот приучаешь. А потом на, этот подлец нехороший. Я понимаю, что он создан, да, кушать хочет, но пусть ловит дикарей. Дикарей. Смотрим, вернется тот, не вернется. Этот хорошо здесь упал. Ладно, подождем. Ну, друзья, выпустил остальных. В общем, все здесь. И вот он, вот этот, который на дереве сидел. Не знаю, вот. Прилетел раненый, он не раненый. Сейчас посмотрим, опустится. В общем, пипец. Сейчас скажу, так тебе и надо. Так тебе и надо, получи, не избавляешься. Вот этим отдельным персонажам надо вот сюда приехать, пусть поизбавляются, посмотрим, избавятся они или нет. Да, все судят по своей территории. Все судят по своей территории. Тут жестко такое, друзья. Жестко, очень жестко. А здесь. Не знаю, вот в прошлом году, вот июль, август более спокойный. Прилетал, но не так. А сейчас, видимо, птенцы у них вот и вылупились и. Бьет очень сильно. Ну, давай, опускайся. Сидит заторможенный. Вроде и хочет, вроде и нет.
наверное, подрежу я вот этих нескольких голубей, которые уже привыкли. Ну а что сделать, друзья? Подрежу, потерплю до июля. Может быть, будет все хорошо. Более спокойно. Вот он. Опустился. Целый, не целый, вот он. Он его зацепил. И вот я подрежу, которые уже летали. Ну что делать? На свой страх и риск буду приучать молодежь. Там еще растут. Вроде шустрые. Но все равно поймать надо. Вот этот летал, вот. Вот этот белый. Вот сейчас только который сел сверху. Вот этот вот. Подрежу, потом крыло дам, уже более спокойно будет. А то приучать, время на них тратишь. Вот сейчас вот этого голубя нету. Там дальше. Я прошелся, посмотрел. Может, думал, на дороге где-то. Ну, где-то он там в частный сектор упал. Ну, если сильно не ранил, должен вернуться. Это вот по зеленым кольцам. Вот ударил. И потом крыло дать. Вот он тоже. Совсем пескун, посмотрите, друзья. Совсем пескун. Дети, второй полет. Сверху пришел. И давай. Вот он сейчас. Вроде так вот нормальный, но все равно что-то не так. Сейчас загоним, посмотрим. Не дает вас погонять, сокол, не дает. Давай. Домой. Давай домой. Домой. Вот он. Давай ты тоже, голубка, давай. Эта голубка рвется сюда, в племенной отсек, она оттуда. Сейчас на паузу поймаю. Вот, поймал. Вот, посмотрите, совсем песку. Совсем малыш. Целый. А, нет. Хвосте, по-моему, перьев не хватает. Сейчас. Да. Вот здесь сбоку. Вот. Вот он, подстриг. Вот. Подстриг хвостик сапсан. Вот. А не, вот еще один малыш прилетел, по-моему. Прилетел, красавчик. Вот он, молодой. Я узнал, у него кольцо зеленкой сделано на шее. Ай, красавчик. Прилетел. Сейчас его посмотрим. Красавчик. Это вот по зеленым кольцам. Сейчас приманим. Пусть опускаются. Сейчас посмотрим. Прилетел, красавчик. Вот он. Тебя тоже порежу пока. Вот он, красавчик, прилетел. Сейчас тебя тоже загоним, посмотрим. Целый, не целый. Вон зеленое кольцо. Сейчас, не знаю, видно будет, не видно. Ну, были бы выше голуби, были бы выше, он забрал бы.
не очень высоко были. Забрал его. Сапсану высота нужна. Да и снизу берет. Вон зеленое кольцо. Сейчас его тоже посмотрим. Давай, заходите. Давай. Красавчик. Давай. Заходи. Вот он. Ну, вроде шустрый такой, резвый. Давай. Вроде шустрый. Сейчас. Нос поймал. Ну, вот здесь аж дырочка маленькая. Ну, так, вроде целый. Зацепил так. Так, все хорошо. Вот так как-то, друзья. Гон с приключениями. Всех благ вам!